Друзья, доброе утро, хорошего вам дня. А мы сегодня делаем очень классную работу, большую. Мы красим витилиго двух рук и перекрываем пятна на кистях, для того, чтобы люди не видели, что есть перепад цвета. Молодой человек нам прилетел из другого города. Мы ему очень благодарны, что он нашел время нас посетить. Стараемся ему помочь скрыть его проблемы. Покажем вам, когда закончим, до-после обязательно.